Привет, мои хорошие! Добрый день, страна! Добрый день, зарубежье! Сегодня мы с вами будем готовить новый рецепт от вас. Это будет второе видео из рубрики «Ужин от хороших людей». Этот рецепт мне прислал мистер Коконут. Возможно, я неправильно читаю ник. Простите, но я учила немецкий, не английский. Сейчас я вам покажу, как выглядит ник, и надеюсь, вы прочтете правильно. Вот так. Это котлетки, поэтому это будет либо ужин, либо второе блюдо на обед. Рецепт мне показался очень интересным и необычным. Смотрите, что нам понадобится для этого рецепта. Для приготовления этого рецепта нам понадобятся грибы, шампиньоны, репчатый лук, морковь, куриный фарш, перец, соль, а также масло для жарки. Как утверждает автор, яйца в этот рецепт котлет не кладут. Вот и попробуем, вот и испытаем, что же это за рецепт без яиц. Котлеты без яиц. Лук и шампиньоны нарезаем маленькими кубиками. Грибы и лук мы нарезали. Теперь морковку втрем на мелкой терке. Вот так мы натерли морковь и отправляем к луку и грибам. Сковородку я ставлю на плиту и беру, как все уже поняли, свое любимое топленое масло. Вот так, кладем небольшой кусочек, разогреваем нашу сковородочку. Так. И все наши порезанные овощи будем пассеровать. Выкладываем. Так, масло я, похоже, пожадничала. Убавляем огонь. И добавляем еще моего любимого топленого масла. Ну, еще чуть-чуть. А то подумайте, что я жадина говядина, соленый огурец. На полу валяюсь, нафиг никому не нужна. Так,
добавили. Сейчас маслица растопится. И овощи у нас будут активно пассироваться. Если у меня слишком много овощей, я их после приготовления, лишнюю часть, уберу в холодильник. А столько, сколько мне надо, возьму и буду применять в приготовлении котлеток. Знаете, так интересно, нарезанная морковка мелкая, кажется, что ее прям вот мало-мало здесь по сравнению с грибами, луком. Ну, я думаю, что немало. Я думаю, что в самый раз. Она из-за того, что порезана мелко, превращается в комочек. Сейчас она распределится, и все будет отлично. Очень хотелось сегодня Борису на ужин приготовить что-то эдакое, которое я еще ни разу не готовила. Вот поэтому выбор пал именно на этот рецепт. Я, конечно, не знаю, каков будет результат. Узнаем вместе с вами. Заранее пробовать рецепт мне не хотелось, а потом показывать. Вместе готовим, вместе пробуем. Так что нет, все сделаем с вами вместе. Так, все, пусть овощи у нас пассируются. Овощи у нас приготовились, вот видите. Они значительно уменьшились в объеме. Теперь выключаем газ и даем им остыть. Овощи у нас остыли, которые мы с вами пассировали. Теперь берем фарш куриный, выкладываем в мисочку. У меня 0,5 кило. Автор рецепта, к сожалению, не написал количество ингредиентов. Будем с вами класть на глаз. Я добавляю овощи, которые пассеровались у нас, лук, морковку и грибы. Я добавлю все. Судя по количеству, как раз должно хватить. Готово. Теперь перемешиваем фарш с овощами. Я немного перемешала фарш. Теперь берем соль и солим. Берем перчик и добавляем перчика. И еще раз перемешиваем. Вот такой пестренький фарш у нас получился. А сейчас будем формировать котлетки и обжаривать их на топленом масле. Сковорода у меня разогрелась. На нее я положу небольшое количество топленого масла. И смочив ручки водой, буду формировать котлетки. Котлетки я не буду обваливать в панировке. Хочу попробовать их настоящий вкус. Вот каковы они будут на вкус. Можно обвалять, кто хочет, в муке. Но это я так думаю. Кто хочет, может обвалять в панировочных сухарях. Я обваливать не буду. Убавляем огонь. Формируем. В котлетки мы яйцо не добавляли. Автор сразу указал на то, что в котлеты яйцо не добавляется. Посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, все будет хорошо.
Я сама этот рецепт готовлю впервые и сразу на ваших глазах. Чтобы вы сразу все видели, что за рецепт, какой он. Про соль и перец в рецепте ничего не было сказано, но я думаю, что автор просто их не указал. Вот так наши котлетки жарятся. С одной стороны котлетки наши обжарились, пока не развалились. Переворачиваем их на другую сторону и продолжаем жарить дальше. Освободилось местечко, можно добавить еще одну котлетку. Смачиваем лапки и формируем еще одну котлетку. Я к этим котлеткам приготовила гарниром рис. Ну и, естественно, салат из овощей. Сейчас много овощей, помидоров, огурцов, зелени, лук. Так что картошка уже как-то поднадоела, и она почему-то какая-то невкусная у нас. Поэтому я решила приготовить рис на гарнир. Сейчас обжарим котлетки. Сейчас я покажу, какие они получились. Румяные, поджаристые. Вы знаете, запах идет изумительный, очень вкусно. Запах и грибов, и жареных котлет. Мы, конечно, не положили с вами чеснока, но автор чеснок не упоминал в своем рецепте. Вот такие симпатичные котлетки у нас с вами получаются. Видите, они какие пятнистые. Видно грибочки, виден обжаренный лук. Морковки, конечно, не видно, но вот такие пятнышка. Как жирафики получились. Продолжаем жарить. Три котлетки у меня готовы. Я их выкладываю на тарелку, чтобы потом еще немножко потушить все готовые котлеты под крышкой. А пока продолжаю жарить, формируя из нашего фарша еще котлетки. Я минут 5 потомила наши котлетки под крышкой. Вот теперь я полностью уверена, что они все приготовились. Выключаю. И теперь будем сервировать нашу тарелку с вкусными котлетками и пробовать их. Вот такое прекрасное блюдо на ужин или на обед у нас получилось. Мы с вами приготовили котлетки по рецепту мистера то ли коконут, то ли кокнайт, вы уж простите меня, ради бога, я не знаю, как это прочитать. В котлетки не добавлялись яйца. Ну, вы знаете, что мы с вами добавили туда. А теперь давайте посмотрим, какие они у нас получились внутри. Так, смотрите. Вот, смотрите. У нас все с вами пропеклось и все прожарилось. Вкрапление – это грибочки. Ой, боже, какой божественный аромат. Очень, очень хороший аромат. Запах грибов, жареных овощей. А сейчас попробуем. Ребята, это шедевр. Во-первых, они сочные. Они очень сочные. Очень вкусно. Замечательно. Какие же ручки золотые у автора этого рецепта. Очень вкусно. Очень вкусно. Изумительно. Очень вкусно. Но в следующий раз я добавлю больше грибов или меньше фарша.
очень вкусно, ребята. Хочется, вот прям вот хочется, чтобы грибочков было побольше. Замечательно. А какой запах, ребята? Ой, как жалко, но раз, что запах и вкус не передает компьютер. Вы знаете, что мне понравилось? Во-первых, готовится очень быстро. Мы же всегда готовим ингредиенты для котлет. Вот я, например, всегда. Я всегда овощи пассерую. Но раз туда добавил грибы. И действительно, яйца не нужны. Котлетка не разваливается. Она очень такая вот, я бы сказала, плотненькая, форму свою держит. Но она и не такая плотная, чтобы сказать, что она твердая, жесткая. Нет, она очень нежная. А какой вкус! Очень вкусно. В следующий раз, извините, в следующий раз я обязательно к этой котлетке подам сметанный соус с чесноком и зеленью. Это будет очень вкусно. Мало того, что сами котлеты воздушные, душистые, вкусные, соус не помешает. Очень вкусно. Очень-очень. Похоже, что все ингредиенты в эти котлетки кладутся на глаз. Это очень вкусно, и я советую вам приготовить. Только, пожалуйста, положите побольше грибочков, чем положила я. Вам очень понравится. Ребята, приятного аппетита! И спасибо большое автору за рецепт. Очень вкусно. Па! Как сказала бы Манюня.